Приветствую всех на канале РУСТВ и Семья. Мы продолжаем третья часть Воблера «Строение». В этом фильме мы займемся лопастью. Материал у нас будет оргстекло толщиной 5 мм. Вот такие заготовки у нас уже на исходе с шумовыми камерами. Выпиливаем примерные лопатки, которые мы будем устанавливать, которые мы увидим для каждого воблера. Снимаем под конус напильником. Эта толстая часть, она будет неким упором и придаст жесткости лопатке. Значит, что мы делаем? Обычным напильником подгоняем, доводим, делаем также прорезь ножовкой небольшую посередине. Этой же ножовкой все выпиливалось. И вот такие заготовки у нас получаются. Отрисовывал я маркером прям на глаз. То есть это все будет доводиться еще в процессе работы. Значит, что у нас получилось? Вот, как я показывал, это 5-миллиметровое оргстекло, то есть снимается под конус, еще раз повторюсь, и делается прорезь. Прорезь это у нас делается для чего? Сейчас я объясню. Вот лопатка уже на выходе, то есть подогнано, все лишнее убрал. Сделал здесь прорезь. Эта прорезь у нас будет служить, скажем так, неким усиливающие свойства ей будем придавать за счет этой прорези. Вот петелька, и вот видно, как у нас ось воблера заходит в его тело. Значит, мы вот это место выбираем при помощи неважно чего, в общем, достигнуть нужно этого результата так, чтобы у нас была немного видна ось внутри воблера. Вот она, сама эта ось. И так, чтобы эта лопатка вставлялась не только просто в тело воблера, не только в тело воблера, для чего это углубление и было сделано, именно чтобы добраться до металла. Вот, хорошо здесь видно. Так, чтобы эта лопатка вставлялась прямо на сам металлический каркас воблера. То есть при вклейке она будет у нас держаться не на самом этом материале из затирочного шпателя, еще раз повторюсь, а на самой металлической оси, что придаст ей определенную устойчивость именно в теле воблера. Потому как сам материал этот легко, в принципе, разломить, на мой взгляд. Ну, хочется, чтобы было надежнее. Вот, к примеру, чтобы было более понятно, попытаюсь нарисовать. Ну, тут плохо видно. Сейчас возьму маркер. Вот, к примеру, это у нас, скажем так, ну, тело воблера. Мы делаем вот такое углубление. Вот такое углубление мы туда делаем. Вот оно видно, да, допустим. И ось у нас, вот металлическая ось, вот таким, к примеру, образом выходит в этой прорези. И лопатка сама крепится не только в тело воблера, но также при помощи этой прорези она вклеивается по металлической оси, которая дает ей дополнительную жесткость и дополнительный упор, чтобы это было действительно надежно. На мой взгляд, если вклеить просто в воблер ее, ну, можно выломать. Но тут уже как бы нужны достаточные усилия. И вот нужно именно акцент на этом поставить, кто будет делать воблера из строительных шпателей, чтобы именно лопатка крепилась на оси самой воблера, то есть не только в теле этого материала, но и захватывала металлическую часть самой проволоки внутри воблера. И тогда это крепление уже будет надежным и прочным.
не стоит будет волноваться об этом. Вот эта прорезь именно для этого она и служит. Именно упор нужно поставить на этом, потому как иначе может все сломаться. Значит, вот здесь я уже показываю, как вклеена лопасть. Но это еще, просто она как бы сейчас не надежно еще вклеена, просто начало вклейки. И вот видно, что сама ось проходит прямо через лопатку. То есть не просто в этот материал вклеена, она проходит через лопатку. Вот. То есть на всех трех воблерах, на всех трех, эта ось вклеивается через, ой, лопатка вклеивается через ось. То есть я вот, допустим, снизу подрезаю ножовочкой и тут уже сверху дорабатываю аккуратно, никуда не торопясь. Это, то есть я выбираю канцелярским ножом. Аккуратно нужно только работать, чтобы не порезаться, потому что как все равно материал уже прочность свою взял. И именно вклеивается, вот видно, как ось там, ее видно ось, то есть внутри, и лопатка вставляется и перекрывает эту ось. Это все смазывается суперклеем и вклеивается. Ну и остальное, вот видно, что лопатка погружается, сама ось и часть петли носовой погружается в лопатку. Это очень важный момент. На это нужно заострить внимание, потому как нет смысла, наверное, дальше что-то делать, если лопата будет выламываться. Ну вот, друзья, подписывайтесь на мой канал Рус ТВ Семья. Это третья часть воблеростроения. В следующей части видео мы будем уже вклеим уже лопасти и уже будем тестировать воблеры. После того, как мы их оттестируем, мы уже будем в пятой, наверное, части переходить к покраске, если кому-то это будет интересно. Всем успехов, подписывайтесь на канал.